Дружище, давай проверим твою реакцию. Скорее ставь лайк за 3 секунды, и ты просто самый быстрый человек на Земле. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юра Чентони, сегодня у нас Лего Танковый Патруль в Брик Рикс. Привет всем, господа хорошие! Да, в общем-то, давненько мы не гоняли за жертвой на самых разнообразных больших машинах, поэтому сегодня у нас новая техника и новые жертвы. У меня, короче, леопард, как я понял, немецкий и очень даже, кстати, неплохо он себя держит и показывает на дороге. Да-да-да, посмотри, какая у него башенка, какие колесики вместо гуслей, да, потрясающий танк просто. Ой-ой, он аж дергается прям. Он туда поворачивается, а что он поворачивается? Да я его поворачивал. Манцует просто. Ты давай, короче, садись в автобус свой, который, кстати, весьма-весьма необычно смотрится. Прикольный такой, хороший. Который сам ездит. Да. Нормальная тема. Я думаю, это надо исправить. Так, погнали, ладно. В общем, все, ребятки, начинаем погоню танков за различным транспортом. И, в общем, вспоминаем, что такое танковый патруль. Поэтому, если вам нравится эта рубрика, обязательно поддержите нас в комментариях. Да. Кстати, я начал с противоположной стороны города, чтобы ты потом не говорил: откуда ты здесь? Это что за ты что, с гопниками переобщался, а я? Да-да-да-да-да, мы сейчас вас найдем, мы сейчас вам покажем, как мы с гопниками общались. Что, я типа гопник на автобусе, да? Гопник на автобусе. Ни хера себе, это кто же шандарахнул так? Это были мы. Кстати, ух ты, нифига себе, ты шпаришь! Нормально прошпарил? Да, у меня, кстати, дрифт леопард. Дрифт леопард, да мне срать на твой леопард, ты понял? Срать тебе, да? Семочки есть? Семечки есть? Да, есть семечки там. У тебя по-любому есть семечки. Да, может, да, под сидушкой где-нибудь доваляются. Нихера арабиш. Вот это арабиш был так что классный. Какой нахер арабиш? Я охерел, сейчас увидел тебя. Но, ты смотри там. У тебя полжопы разлетается, но ты едешь. Так, кто-то опрокинулся, хорошо. Не, у меня вообще ничего не отпало. Ну, как сказать? Ну как, отпало там немножко что-то, но не так сильно, насколько я бы хотел. Ну, слышь, точнее. А ты что такой быстрый? А что? Я тебя не догоняю. А что, запрещено что ли? Ну, короче, будем колупать твою задницу тогда. Да колупай, колупай. Смотри, какой он прочный, господи. Задница довольно-таки крепкая. Вообще крепкая. Мне интересно, двигло там где у тебя? А двигло у меня не в заднице. Это хорошо. Хотя не в заднице, по-моему, братан. Господи! У тебя было то, что ты подпрыгнул только что? По-моему, вот это было двигло. Да? Да. Ты у меня аж подпрыгнул, охренеть как. Вот это красиво, смотри. Да-да-да, двигло сзади было, вот оно и выпало у меня. Здорово, Боб. А что делать? А что делать в такой ситуации? Бежать надо было. Боб не успел сбежать с автобуса. Ты смотри, какой он прочный, обалденный вообще. Не, нормальный, да, только вот двигло сзади, это херовая тема. Ну я не знаю, все равно выстрелов 6-7 выдержал. Ну да, да, нормально выдержал, кстати. Хороший автобус, хороший. Ничего, такой первый заезд у нас такой разминочный, неплохой такой. Давайте же перейдем к следующему патрулю. Да-да-да, погнали. Друзья, в общем, Т-90 нового поколения выехал на поиски зловещих преступников в Лего-Сити. Я не знаю, у нас, короче, евроавтобус такой же почти, как у тебя, был тоже прикольный, большой, двухэтажный. Но, опять-таки, мы туристы, мать вашу, какие танки, эй! Туристы! Туристы нам не кенты здесь, ёптель-моптель. Господи, господи, я не знаю, что это было, что с ФПСом, ты что там делаешь? Это я врезался. Не надо врезаться. Это я просто врезался в заборчик. А у нас, короче, этот, фатальный эррор на автобусе, у нас колеса передние отваливаются. Да ладно! Но это будет, я думаю, весело-весело посмотреть. Вот они! О, господи! Блин, твой танк лагает, жесть. Просто 10 FPS, что за говно? Просто красиво тебя вырубил, братан. Да я видел, что ты стреляешь, у меня просто вариантов разворачиваться здесь было. Приехали! Вообще ни туда, ни сюда. Господи, восстанови его, FPS-а нету. Приехали! Обалдеть. Нормально. Просто смотри, куда залетело. Почти в водилу. Да, это прям тебе в кабину, ёпси. Ну давай телепорься куда-нибудь подальше. Господи, какой он ужасный. Ты, короче, это сделай себе Ctrl-G, чтобы он тебя не разваливался, чтобы не перелетал. Да на изи, ёпси. Потому что это вообще... Вот тебе, фак тебе, фак тебе, фак тебе, Павел, фак а, тебе. А, ты мне фак показал. Ах ты, я не знаю, кто ты там, ёпси, турист.
поганый, иди сюда. Турист, я не турист, я водитель. Ты сказал турист, а, ты водитель. Я водитель. А, русский Ванька, значит, наш, ну-ка иди сюда. Сам ты Ванька, не на русской машине, значит, не Ванька. Василиса. Василиса. Василиса, иди Джон сюда. Джон Педро. Бак, господи, не лагай, господи, ты достал ты. Да я не лагаю, братан. У меня FPS аж до 30 просаживается. Да я не знаю, что у тебя там, у тебя какие-то проблемы, турист. У меня с тобой проблемы, абориген. Проблемы, по-моему, у туриста, ёпси. Туристы заплатили, все хорошо. Да я понял, да. Господи, мне нравятся, конечно, эффекты звука, вот эти бум. Бум-бум, вообще просто бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Так, ты где-то, короче, недалеко, я так понимаю, я тебя слышу. Я так понимаю, кстати... Я не пойму, куда ты делся вообще. По сравнению с тем автобусом, вот этот, он плюшевый. Плюшевый, плюшевый он. А, плюшевый. То есть 100%, там от выстрела сразу разлетается все, но будет эпичней. Ну так морду ты сразу получил-то, это, конечно, эпично. Да что ты стреляешь-то ездишь? Ненормально. Да и тебя ищу, ёпси, ты где-то спрятался от меня. Я по городу катаюсь. Где ты, турист? У нас, короче, этот, экскурсия по городу за 5 минут. Да господи, опа! Опять ты здесь, что ли? Здорово, ждали меня, туристы. О, господи, господи. Вот это красиво. Что вот происходит с твоим вообще автобусом? Да что происходит с твоим танком? Бум! Восстанови танк. Охренеть, вот это было круто, слушай. Блин, ну он упал эпично, конечно. Я опять, короче, еду, вижу выстрел и понимаю, что я опять никуда не денусь отсюда. И понимаешь, что ты попал, да? Что я приехал, все, да, как... А ты видел, как я быстро развернулся на тебя, а? Я видел, как ты землю пропахал и FPS до 30-ки, короче, упал. Охренеть, а у тебя еще сидушки все друг за другом были тебе, короче, с автобуса. Ну... Частично, у меня он более-менее целый, короче. А, капец, нормально. Да. Ну, блин, неплохо, ребята, и очень красиво автобус улетел, короче, в яму. Пишите в комментариях, что думаете, а мы уже меняем технику и продолжаем дальше. Погнали. Друзья, продолжается наша битва танкового патруля против туристов, бандитов, гопников и тому подобного. Охренеть, у вас там собралось, я смотрю. Да-да-да. А сейчас мы все в одном автобусе, кстати, едем. Это хорошо. Гопник, турист, полицейский, медик здесь, вот пожарник. Здесь еще школьница какая-то. Начинается как анекдот. Отгадай, что будет со школьницей. Она, может быть, выживет. Да-да-да. Это кто стрелял сейчас уже? Ты уже сзади, что ли? Да, у меня, кстати, самоходочка Т-90, это, возможно, Китай. Потому что русская, что-то я не помню такой. Так у меня Т-90 тоже была же. Нет, это самоходочка именно. А, именно. А у тебя танк был, а это ПТ-шка. Да, да, я понял. Окно откройте! Пошел ты нахер. У тебя, короче, дуло вниз смотрит. Ну, блин, братан, ну тебе 60 лет, наверное, уже. Ну, я не знаю, ей уже больше, наверное. Раз дуло у тебя вниз смотрит. Господи! Вот это красиво было. Нихера себе, ты как там здание зарушил. Да это вместо твоей форточки залетело в форточку дома. Да я... Ого! Рядышком, рядышком. Вот, о, господи. Попадает отлично. По жопе прям мне. Ой, пошел хорошо. Ты. На, под колесо попал чисто. Ай-яй-яй-яй, меня прям наклонило, братан. Господи, что произошло сейчас? Эй, ты как? Капец, я в маленькое дерево вообще врезался. Брат, братан, братишка. Нет, не успел развернуться. Я хотел полицейский дрифт сделать, разворот такой. На автобусе. Слышу, у тебя откуда этот сборки автобусов? Что-то они крепкие больно. Да, это нормально, заказной автобус был. Так, ну давай еще разок, мне понравилось, как он этот пытается удрать. Колеса здесь прочные, не то, что на моем был прошлом. Давай, давай, только я телепортнусь куда-нибудь, чтобы ты меня сразу не нашел. Да, давай. А то ты что-то сзади нас всегда выезжаешь как-то. А мы, короче, просто по городу катаемся. Знаю, смотрим. Знаю, я Зак твои едет. Просто. Просто я знаю твои вот эти. Да ладно. Просто тебе. Он там. Специально сзади телепортнулся. Конечно. Так, ладно. Я по запаху. Ищи нас уже, ищи. О! О! Попал, прикинь. Да отстань от меня. Отвали, говорю. Ага. Все, дулю тебе. Ай, ага. Пушка подвела. Блин, ну, кстати, ПТ-шка довольно неплохая. У нее, получается, горизонтальных углов наводки нет, а вот вертикальные довольно неплохие. Здрасте. Да ладно, откуда вот ты знал, что я здесь поеду? Читерец. Так я не знал. Читерас, ты сраный, а? Я разворачивался просто все это время. Ой-ой-ой, выше куда-то. Вообще. Ой, мимо. Вот эту пушку, если не настраивать, она, короче, в небеса стреляет. Давай, небеса.
Я... Небеса. Да господи, почему ты там опять читераст едешь сраный, а? На тебе. Успел притормозить, успел. А как ты меня увидел вообще? Я зад снес тебя, ну видел, через дома ты ехал. Нихера себе. Еще говорит, я читераст. Да, ты читераст. Ездит там за углы смотрит, подглядывает. Ну, разворачиваться на автобусе это такое себе, если едешь, то уже надо ехать. Ну да, я так два раза умер. Да пошел ты нахер отсюда, танк сраный! А что он у тебя на бессмертии, что ли? Нет. Колеса, а почему я его не могу раздвоить, а я умер? Ясное дело, ты прям в танк врезался. Да у, ладно. У тебя там от лобовухи ничего не осталось. У тебя, смотри, вообще как автобус застрял, ты видишь? Нихера себе, а почему ты не разрушился? Ну, ты мне колеса боковые отбил, но я восстановился. Я понял тебя. Так блин. Я, кстати, живой почему-то. Я просто вылетел с автобуса. И убегаю. Ты куда собрался? Зараза. Да, зараза такая. Что-то втопил. А шот в инвизи просто. Да. Блин, ну довольно-таки неприкольно. Неприкольный. Прикольный автобус, мне нравится. Я тоже хочу такой. Неприкольный автобус. Неприкольный, вообще фу-фу говно. Дизлайк, отписка. Да. Ладно, ребята, вот такой заезд. Думаю, что финалочку еще успеем оформить. И, в принципе, погнали. Ну что ж, ребята, продолжаем. У меня дом на колесах, минивенчик, который тверкает свои задницы. Вы видите, как тык-тык-тык-тык-тык? Минивенчик у него. Минивенчик, ребятки. Вы слышите, что он говорит против нашего какого жесткого танчика? Мне кажется, у него башня вообще непробиваемая. Ну, мы не собираемся ее пробивать. Это понятно. Не, я имею в виду, вот для войны на танках просто замечательный танк, мне кажется. Не знаю, самое главное, что он не лагает пока что. Остальное не так важно. Да, он такой СССРовский, мать его, нормальный. О, такой, со звездой. Со звездой. А во лбу звезда горит. Сейчас он тебя раз плюхнет и все. Ну, вполне вероятно, потому что у меня, в принципе, как раз минивенчик на раз. Он маленький, такой комфортный, довольно-таки быстрый, кстати. Слушай, у меня, короче, этот на барабане. И, кстати, помнишь, у нас была битва, где я на фаче был? Да. Там нужно было мышку левую задерживать, чтобы он барабан свой выстреливал. Слышь? Ты что тут делаешь? Я херачу просто здесь все. У меня вижу. Здесь тоже барабан, только бесконечный. Здорово, барабан. Ты что делаешь? Я херачу здесь все. Ты у меня, короче, валишь боком и стреляешь. Да? Нормально что. То есть ты меня не видел, да? Отлично. Кого? Да я прям у тебя в заднице стоял, смотрел и все. Да ладно. Думаю, ну на. Ты стоял в заднице? Да. Я поехал отсюда. Вот капец, херовая тема. Да. Ну ладно. Блин, он вообще там как с пулемета херачит, ребята. Он жесткий вообще просто. Я чувствую, что от моего мини-венчика, мини-мини-венчика, ничего не останется. Ага, твоего мини-венчика точно ни хера не останется, слушай. А где твою жопу носит? Я что-то не понимаю. Не знаю. В смысле, не знаю. О, привет, брат. Пока, брат. Пока, минивенчик, пока. Успел. По жопе дал тебе. В смысле дал? Ты даже не стрельнул у меня. Я стрельнул, я попал в тебя. Не знаю, как я, так я. Ну это рассекло просто, но я по тебе попал, нормально. Вообще, куда стреляешь? Я по тебе херачу. Ты лагаешь просто ужасно там, там рассинхрон бешеный идет. Ну, походу, да. Ты потому что едешь, у меня в заборы стреляешь. Да, ты уже привык к этому рассинхрону. Я в тебя стреляю, ты не переживай. Жизнь хорошая штука. Да. Здорово. Господи, езди туда-сюда он там. Ну, он довольно-таки маленький, маневренный такой, хороший. Он, походу, прямо херачит, только когда этот. Дай проеду. Ага. Сейчас тебе. Не, братан. Да, такое. Давай. Дурака везет, я еще живой. Вот это херово, надо было сворачивать. Надо было сворачивать! Так, тебе восстанавливается надо, походу. Да, он у тебя стреляет в бок. Рассинхрончики, здравствуйте.
Я не знаю, я в тебя херачу. Ну, это, короче, понял, что синхронно были с техникой. Господи! Вот это залетело в сралик. Просто одним выстрелом. Рассинхронка пыли, помнишь? Ну, это рассинхронка, когда, короче, едешь, стреляешь, он стреляет куда-то в бок, а когда восстанавливаешься, он стреляет прямо. Вот такая же хрень была. Ну, вот сейчас нормально прямо попал. Нехорошо залетело, аж пол задницы разлетелось вообще в щепки. Ну-ка еще раз шарахни в него в остатки. Ты восстанови только его. Восстанови? Ну, танчик восстанови, имеется. А куда шарахнуть-то? Охренеть, у меня даже подвисла игра. Капец, нихера, он взлетает. Ну-ка, давай еще. Ну-ка. Охренеть. Охренеть, там вот просто... Вот это мощность, да? Все отлетает. Так у него, я говорю, жесткий снаряд прям. Да-да-да, блин, серьезный танчик, но баги, 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 ничего с ними не поделаешь, ребят. А, в общем-то, такая серия была, все прикольно, все интересно, круто. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все ссылочки в описании под видео. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Смотри, смотри, как он едет, братан. Он просто едет. У меня просто на одной гусле он едет. Ну, рассинхронно, рассинхронно, здравствуйте. Пока-пока, ребят.